В подмосковном отделении российского движения школьников подвели итоги уходящего года. Площадкой для закрытия зимнего фестиваля был выбран городской округ Люберцы. По итогам 2020 года местные активисты стали одними из лучших не только в области, но и в стране. За что и получили заслуженные награды. Стать активисткой российского движения школьников Анастасия Шимчук решила весной, когда узнала, что есть такая организация. Из четырех направлений – военно-патриотическая, гражданская активность, личностное развитие и информационно-медийное – выбрала последнее. Говорит, это поможет ей в будущем, в том числе и с выбором профессии. Мы часто ездим по областям, по разным городам области Московской, посещаем разные школы, мероприятия, участвуем в конкурсах. Несмотря на пандемию, в этом году активисты российского движения школьников провели множество мероприятий, большая часть из которых прошла в режиме онлайн. Ребята участвовали в патриотических акциях, квест-играх, общались с известными людьми в рамках классных встреч. То есть у нас сегодня много разных направлений, и вот задача вот этого движения – искать формы участия, вовлечения школьников в какие-то общественные движения. Поэтому я думаю, это получится, потому что мы только в начале пути. Российское движение школьников существует 5 лет. За это время ряды активистов пополнили ребята со всей страны. Только в городском округе Люберцы насчитывается около 1600 активистов от 7 до 17 лет. Стать активистом не обязательно, будучи учеником школы. Первичное отделение российского движения школьников, оно может быть создано и во дворе, и на базе Дома творчества, и на базе спортивной школы, и даже на базе одного подъезда собрались дети и сказали, мы хотим быть отделением, зарегистрировались на сайте и влились в ряды активистов РДШ. По итогам 2020 года самых активных школьников отметили почетными грамотами и подарками, при этом не забыв напомнить, что на 2021 год запланировано множество мероприятий, и у ребят будет возможность вновь проявить себя. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.